Дорогой дачник, сегодня у нас 5 октября 2021 года. Сегодня пришла пора выдергивать однолетние саженцы. Это саженцы, которые выросли из укореняемых черенков, ну как сказать, поздней зимой, ранней весной, ну короче, в март месяц. Вот. В общем, черенки. Укоренились я их. Потом из пакетов, из подсока поместил в баклажки 5-литровые и высадил вот вдоль забора. Ну, это как я обычно делаю. Вот, пожалуйста, вот теперь они выросли, однолетние саженцы. Сейчас я их отсюда выдерну, поставлю в ведра, затем отвезу в гараж. Опускать в подвал не буду, потому что в подвале тепло. Ну, у нас сейчас вроде обещают заморозки. Значит, стало быть, надо их отсюда убирать. Вот. Ну, они так лозы вызрели. Вот, ну все равно. Нельзя их подвергать морозам. Обещают минус 1-2, а кто их знает. Сейчас как минус 5-6 долбанякнет. Ну, в общем, сейчас я их отсюда выдерну, привезу в гараж, поставлю. И как начнутся сильные заморозки, а в подвале опустится температура, ну там до плюс 5-6, значит, я эти ведра опущу в подвал, и так они будут зимовать до следующей весны. Очень удобно выращивать саженцы в баклажечках, я имею в виду для себя, не на продажу, не на пересылку по почте. Естественно, не отправите такую баклажку. Вот, а для себя. Здесь не нарушается корневая система. И при высадке весной следующего года все сохраняется в лучшем виде. Ну, я имею в виду вся корневая система. Так что я сейчас буду выдергивать эти саженцы, а потом на фотках в ведрах покажу. Ну, там и смотреть нечего. Ну, все равно, ладно. Напомню, сегодня 5 октября 2021 года. На связи был Сергей Дьяков со своего дачного участка. Все, пока-пока.